чаши мары было стать моцной, поспеховой особой, и неважно, каким кероуцам автобуса, ти спортовцам, ти бизнесовцам, не сам речь, неважно, каким. Верить в мару для меня значит, это быть живым и иметь сенс життя. Коли мара становится метой, это чудово, а лишь треба уявлять, что это шильная праца, это каждый день каменьчик до каменьчика, и сантиметр за сантиметром ты выкладываешь ту дорогу, по якой ты мусишь идти до решты. Часом бывает такий момент, коли опускаются руки, а лишь в эти моменты треба воспринимать як час до них, как отпочинку, а не для того, как отмовляться от своей мары, а просто под этот час набираться сил, как вести до своей мэты. Николи нельзя забывать, что на самом деле мы живем полновартностным життем, только когда в нашем житті есть место для мары. Один важный момент. Марить обязательно треба про высокое.